зачитываю, бля, кода, все-таки как зритель советую говорить хотя бы в конце видео о том, что у тебя есть твичи, где ты стримишь. Типа, я даже сам не с первой нарезки понял, что ты стример. По полоске сразу ясно, что стример. Вот мало кто на нее обращает внимание. Ага. Ребят, никто не обращает внимания на полоску, поэтому я принял решение. Как думаете, вот так понятно, что я стример? Что думаете? Или все еще непонятно? Не знаю. Ну вы там смотрите, если что. Если все еще не видно, я сделаю побольше. Все, погнали. Блять, как оно выглядит вообще? И сука. Чтоб прям все видели, что я не могу 60 тысяч собрать. Ты правда стримишь? А где? Не знаю, чувак, не знаю. Этот вопрос надо углубляться. Так сразу и не поймешь. Привет, стример. Это я, твой единственный зритель. Да, блядь. Это что еще было, блядь? Что-то пролетело. Видели тень? Боже, какие ж тут ублюдские тропинки. Господи! Разработчик, я так тебя люблю. Бля, чё, прям так, что ли? Ой. А вы хули молчали-то? Чё, не могли сказать, что ли, что нельзя так делать? А ты кто, блядь? Это чё за хуйня ко мне движется? Блядь, у меня база не закрыта. О! Опять ты? Да ну нахуй. Пойдемте в лотерею сыграем. Подожди. Я хочу. Я какой красивый. И вот ты стрёмный стал сразу. Как будто бы сейчас расскажет нам страшную историю. В темном лесу. Ебать, почалося. Я надеюсь, кроме солнца ничего больше не будет. Это как-то стрёмненько. Ну, позязи, да. Воу, чё такое, блядь? Солнца еще нет. Да дай посмотреть. О, я. Вкусная. Зажаренная. Жесть. Вот это видок. Чё за дерево встало, блядь, его жмыхнуло. Боже, бедные текстурки, what the fuck. Мать в ахуе. В смысле? А за что цветочки-то? За что цветочки-то? Ебать. Дай посмотреть, заебал. Все, нормальное. Ты нормальное? Понял, все. Закрыл ебало. Не, ну прям вот то, что я сейчас вижу здесь за окном, по состоянию души. Так можно смотреть, значит, да? Ахуи. Я как будто бы в другой игре уже. А я не понял, а вы куда? А куда они? Вы что такие подумали? Да ну нахуй эту землю. По-моему, солнце читер немножечко. Чуть-чуть, блядь, слегка. Тебе облака ни о чем не говорят. Да все. Ебать, мяско поджарится. Каев? Что за хуйня, блядь? А, разитал, ёб твою мать. Сыны, помогите, хуйня какая-то происходит. Я манал эту землю. О, мои уши. О, 42-й день, пацаны, ничего не происходит, блядь, в этой игре. Охуеть. Ой, как же ушам-то хорошо. Блять, хуй посмотришь.
тихонечко. Оп, оп, все. Нихуя. Я такой первый раз вижу. Ля какая. Изи фоточка кошечки. А чего добились вы? Ну что ж, я сюда сегодня больше не захожу. Вау, 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 вау. Да, сюда тоже не захожу. Так, где моя комнатка успокоения, блядь? Зачилиться надо. Похуй мне на это все. Эти ваши апокалипсисы. Но если это не ходячее дерево, то я не знаю. Неужели? Это оно? А хули ты? Блядь, оно просто встало посреди реки такой, и здравствуйте. Типа вас не видно. Да ты все, блядь, ты можешь не скрываться, я уже тебя засек. Деревья в реке не растут, ты уж извини, конечно. Нет, ты так и будешь стоять? Тебе норм... Тебе прям нормас. Ему нормас, ребят. Не, ну ты... Ну ты погляди на него. Сука, я слежу за тобой. Улыбнись, сука. Давай, удачи. Главное, чтобы это дерево мою камеру не спиздило. Так, не понял. Съебалось. И камера упала. Блять, оно рили съебалось. Блять, надеюсь, она не будет жестко выглядеть. Я вот так вот издалека посмотрю, пожалуй. Керфур, давай ты там. Блять, оно. Я ебанулся, блядь. Как я теперь его обратно сотрясу? Так, окей, Керфура мы в патруль больше не посылаем. Конченый. Ты, блядь. Тащи, говорю. Не, пацан, ну это ракета, а чё? Ничего такого не вижу. Нихуя себе! Да куда ты пошёл-то, блядь? Чай, кофе, меня. Да, блядь, не уходи, ну заебал. Мне грустно и одиноко. Ой. Пиздец, чё я вообще делаю? Пошёл искать антибрикхера. Мне сейчас делать нехуй, что ли? А, ну да, нехуй. Отлично. Вы говоришь, ничего не происходит, пацаны. А! Он тут. Господи. Ты чё, блядь, ждал меня, что ли? Подожди, фоточку. Фоточку хочу. Слышу. Слышу, слышу. Блядь, я тебя догоню нахуй. Я его заебу рано или поздно, он развернется мне по челюсти врезать. Даже антибритхер не хочет со мной обнимашек. Такова судьба. Блядь, да подожди ты нахуй! У меня к тебе это... Деловое предложение, на. Да стой ты! Да он не хочет! О, сука! Лови его, сука! Он не хочет на меня нападать! Я сказал, что добьюсь своего, блядь. А куда ты все хочешь съебаться? Да ты посиди на месте. Так, все. Все теперь зелененькое. Ой, как хорошо глазам. Сходи в шахту, уран. Да-да-да, сходи туда, сделай то, блядь. Прыгни с крыши, отсоси мне. Что вы еще мне предложите? Давайте, жду, блядь, ваше предложение. За просто так. Мне ж делать нехуй. Скажу, отсосу вам. Купи робот-пылесос и пусть на нем катается Аргемия. Ой, блядь, эти просьбы за 50 рублей от фракталетика, ёб твою налево. Ладно, как говорится, я не гей, но 50 рублей есть 50 рублей. Ой, блядь, сори. На нахуй. Не понял.
Это что было? А как я так охуенно камеру поставил вчера? Четко, что на них наткнулся. Это вот, блядь, вообще как? Я ее рандомно поставил. Ты охуел, сука? Мои печеньки. Мы будем в этот раз спускаться или нахуй? Там бегают турели, они тебя не пустят. Серьезно? Откуда ты знаешь? Невероятно, я вот не знал. Вот это новость, что там ходят турели, которые дают пис. Я сам охуел, если честно. Опа. Вот это нам надо, кстати. Это хороший грибочек. Еще один. Йоу. Ебать, а это что за пень? Это что за гриб? Подожди, хочу. Не надо было. Кода, не надо было. Нас не догонят. Нас не догонят. Достань ты! Ебать, ты куда? Ты куда? Я конченый, да, вопрос. Я почти сдох. Блять, фу, так, тихо. Ебать, я, конечно, да. Да. Тихонечко, ребят, тихонечко. Я опытный скалолаз, как бы. У меня было дело со столбом. Так, тихо, коллеги, по хуйне не отвлекаем. Борюсь за жизнь, блять. О, что-то вижу. Здравствуйте, блять. Блять, эти англичане ебучие. А, да? Ебать, подстава, конечно. В ахуе. Взяли, блять, выкинули назад нахуй. Я хотел посмотреть, что за пончик. Но меня это жизнь не научила, что пончики возвращают домой. О, почти. Да! Почти, блядь. Да. Молодец, Кода. Да, блядь! Ты чё, выжил, что ли? Ты ебанул? Я здесь. Что ты такое? Нихуя себе! А что это такое? Что это такое жесткое начал находить? Часы, блин, нож. О, господи! Почему она так вылезла? Страшно. Ууу, блядь. Что это? Это мина? Ребят, это мина. Блять, серьезно? Вы что, ебанулись? Какого хуя? Ариралочка, ты прикалываешься? Можно, а не надо? Да ты посмотри, как же она хочет съебаться. Блять, сиди в углу, вон там сиди. Чё-то как-то мне тревожно в эту ночь. Вот я вам чё... Рот твой ебал. Ну вот он, блядь, вечно появляется, когда я на нервах. Не, вот что это за... Сажусь за комп. И опять начинается. Блядь, да что это? Дай. Ах ты с... Блядь, этот хуй реально сюда упал как-то. Боже мой. А я-то слышу, я ведь слышу, блядь, что он где-то ходит. Иди сюда, с... Ну что ж, у меня нет комментариев по этому поводу, блядь. Что я только что увидел вообще? Нет, все, нормас. Фрукт спиздили. Окей.
Ой, у меня сегодня что-то неудачный день, знаете. Как-то не с той ноги встал просто. Это ты? Ой. Не среагировал, ребят, извините. Реакция вышла из чата. Еба! Что случилось нахер? Я думал, эту херню вообще невозможно сдвинуть. Место. Так забавно, конечно, что люди, которые помогали мне прям очень много для полоски на мечту. И я такой думал, блядь, ну такими темпами я, наверное, соберу такие. Я был вдохновлен, даже воодушевлен. Я думал, все получится. Но потом что-то, да. Они перестали в меня верить. И я тоже перестал в себя верить. Я слишком легко опускаю руки, я знаю. Но я заебался. Пол жизни прожил, так ничего и у меня не сбылось. Очень грустно. Ребят, ну я не знаю, вы меня просите что-то говорить в видео, типа, приходите на стримы, подписывайтесь на каналы, подписывайтесь, блядь, на телегу, что-то там. Ну разве так непонятно, что я стримлю? Разве непонятно, что все ссылки в описании? Ну разве это непонятно? Я хуй знает. Если человеку это не надо, он и не будет никуда смотреть. Он просто даже скипнет, блядь, мое обращение. Только я скажу, ребят, подписывайтесь, он сразу скипнет видео. Он сразу скипнет. Понимаете? Я так делаю постоянно. Если мне похуй на человека, я не буду его слушать даже. Какой в этом ебаный смысл? Что такое? Что? 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 Что, блядь? Все, компьютер умер, блядь, анлаки. Компьютер умер. Все, ГГ.